Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана, известного актера Кумана Тастанбекова в связи с его кончиной. Об этом сообщает пресс-служба Акурды. В телеграмме отмечается значительная роль Кумана Тастанбекова в развитии отечественного театра и кино, а также воспитании молодого поколения казахстанцев. Его цитата: «Я верю, что его светлый образ и вклад в национальное искусство навсегда останутся в памяти народа», говорится в телеграмме. Народный артист ушел на 73-м году жизни. Всеобщее признание он получил еще на заре театральной деятельности в 1970 году, благодаря главной роли в кинокартине «Кызжибек». Всего на счету Кумана Тастанбекова десятки театральных и киноработ, в том числе главные роли в фильмах «Брат мой», «Зима», «Неполевой сезон» и «Кто ты, всадник». В 2008 году за вклад в развитие отечественного искусства Куман Тастанбеков был награжден орденом «Хурмет». Театральная общественность Казахстана понесла невосполнимую утрату.